عشق مزار ده، دل آزار ده، آر بازار ده، ارزان ناموز ایتل میز خار، الده ده مکار تکرار و تکرار سرسان ناموز قلبم ازلرگه، ساخته سوزلرگه ناموزسیزلرگه، یالغان ناموز تشلب کتلگن، قدر توکلگن Bugün keçilgen iman mı namus, erzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Опять прокралась, как воришка. А это самая мамочка. Я хотела помочь вам с домашними делами. Не нужна мне твоя помощь. Я могу сделать все сама, поняла? Сейчас же уходи отсюда. Мамочка, уйди. Пожалуйста, позвольте мне приготовить еду. Думаешь, я кого-то впущу в этот дом? Да? Я уже выгнала тебя. Сказала все, что хотела. Ты и вправду думаешь... что я так быстро могу изменить свое мнение. Я не это имела в виду, но... Ассаламу алейкум. Дорогая моя, дочка. Кажется, я не вовремя, да? Проходите, проходите. Как я рада видеть вас. Мамочка, как вы? Почему вы не вовремя пришли? Ну что как вы? Как у вас проходит день, мамочка? Хорошо. А у вас как дела? Все в порядке? Да. Мамочка, можно я поживу с вами? Я хочу присматривать за вами, пока Алишераке не вернется. Я сама присмотрю за здоровьем папочки. Дай бог вам здоровья, милая. Спасибо вашим родителям за воспитание. Вот так должна выглядеть настоящая жена. Я как раз хотела вас позвать. Какая вы умная. Увидела, как вы сами вошли. Ну что мне теперь делать? Ты сама уйдешь или тебя выгнать? Давай, иди отсюда. Убирайся вон. Пошлите, дочка. Хорошо, мамочка. Проходите, пожалуйста. Уходи. Вы сказали, что заберете внука? Да. Я сказала, что заберу его любым способом. Если нужно, буду сузиться. Молодец, мама. Ну, что они сказали? Да что они могли сказать? Молчали, просто смотрели друг на друга, вот и все. Отлично. А что насчет Гузаль? Вы говорили о Гузаль, мам? Да. Я начала говорить, что верну свою невестку, но они решили, что я слишком... наглая, видите ли. И я переключила тему на ребенка. Мы должны использовать ребенка тоже. Вы абсолютно правы, мама, потому что этот ребенок ваш внук. Мы не можем оставить его у других. Знаете что? Вы просто великолепны. Сынок, я справлюсь с такими людьми, как они. Ты не знаешь. Кто на самом деле твоя мать? Мама, я знаю, кто вы такая. Просто раньше вы были не на моей стороне. Если бы вы поддержали меня и оставили мою жену, мне было бы намного легче. Прости, сынок. Говорят же, лучше поздно, чем никогда. Даст Бог, мы исправим наши ошибки одну за другой. Ты будешь счастлив. Этой девчонки мне еще не хватало. Кто она такая? Похожа на одну из тех преступниц.
Ассаламу алейкум, как вы? Валейкум ассалам, невестка, как вы? Что такое, все хорошо? Нехорошо. Я не говорила вам раньше, но теперь не могу молчать. Что-то случилось? Говорите, что случилось? Амир пришел ко мне и угрожал. Сказал, если Галибакя не вернется, я должна вернуться к его брату. Вот негодяй, почему вы мне не сказали? Я думала, что он просто приходит и уходит. Но сегодня к нему присоединилась еще одна сумасшедшая. Кто присоединилась? Девушка? Какая девушка? Не знаю. Говорит, она соратница Амира. Сказала мне всякие гадости. Если на них не обращать внимания, их число растет. Она сказала свое имя? Дурдона. Ее зовут Дурдона. Невестка, с этого момента не открывайте ворота незнакомцам. Не разговаривайте с ненужными людьми. Да, вы правы. Так и нужно поступать. Не беспокойтесь. Я посмотрю, кто эта девушка. Хорошо. Но, пожалуйста, не устраивайте ссоры. Достаточно того, что Галибакя уже в тюрьме. Успокойтесь, ничего не случится. Дорогая, как ты? Хорошо, спасибо. Как вы отдохнули? Я почти не спал. Видел странные сны. Что за шум? Гульнора пришла? Да, пришла. Снова пришла нахалка. Но я ее выгнала. Сколько бы раз она ни приходила, я буду ее выгонять. Если ты ее выгнала, кто там на кухне? А, это наша городская невестка Гузальхон. Правда? Почему? Почему это? Теперь она будет здесь жить. Сказала, что будет заботиться о нас. Перестань говорить глупости. А это не глупости. Она сама так сказала. Пусть уходит. Что? Я сказал, пусть уходит отсюда. Почему это? Ей не обязательно здесь оставаться. Пусть живет где хочет. Она никуда не пойдет. Она наша невестка. Она имеет право жить здесь. Халида, пойми, я не хочу с тобой ссориться. Эта девушка не должна здесь оставаться. Все. Пусть идет домой. Гульнар, в чем дело? Ты что, плачешь? Мама, я устала от всего. Ну, хватит, дочка. Возьми себя в руки. Теперь пользы нет. Нет, мама, я больше не могу терпеть. Что сделано, то сделано. Надо терпеть. Все еще наладится со временем. Вот увидишь. Нет, мама, не наладится. Теперь все кончено. Раньше хотя бы моя свекровь или свекор были на моей стороне. Теперь они тоже перешли на сторону Гузаль. Откуда такие мысли? Мама, теперь Гузаль будет жить с ними. Гузаль пришла туда, а мама ей так сказала. Что? Гузаль пришла? Да. Откуда ты узнала? Я пошла просить прощения у мамочки. Она прогнала меня. И в тот момент подошла Гузаль. Она унизила меня перед Гузаль, мама. Почему? Я всегда попадаю под удар, мама. Достаточно уже. Зачем ты снова туда ходила? Дочка, я же говорю тебе, не унижай себя. Это моя вина. Это я виновата в том, что их сына посадили. Мне нужно было заботиться о них. Я пошла, чтобы узнать, как у них дела, но... Оказалось, что я им теперь не нужна. Совсем не нужна. Теперь Гузаль с ними. Мне обидно, мама. Ну, хватит.
Ты себя унижаешь. Забудь о них. Они тебе больше не нужны. У нас есть твой ребенок. Мы будем счастливо жить вместе. Если судьба, ты снова выйдешь замуж. Нет, мама. Я не хочу быть вам обузой. О чем ты, дочка? Я подслушала ваши слова. Ты неправильно поняла. Мама, я не хочу нарушать и ваш покой. Я уйду. Куда ты уйдешь? Ты моя дочка? Этот дом мой, он также и твой. Сказала это один раз, не повторяй. Сынок? Что случилось? Как настроение? Хорошо, спасибо. Ты все еще сердишься на меня. Давай поговорим, сынок. О чем вы хотите говорить? Послушай. Сынок, прекрати сердиться на меня. Прости меня. Извините, но я не могу этого сделать. Почему? Я настолько плохой человек, да? Ты меня настолько ненавидишь? Сынок, как бы я ни был плох, я твой отец, и ты мой сын. Я осознал все свои грехи и попросил прощения у твоей матери. Она меня правильно поняла. Время придет, и ты меня поймешь. Ты постараешься простить. Но потом, может быть, слишком поздно. Хочу сказать, пока мы все живы и здоровы, давайте ценить друг друга. Оставим обиды позади. Твой отец изменился, сынок. Я теперь совсем другой человек. Скажи же что-нибудь. Почему ты молчишь, сынок? Нет. Вы не изменитесь. Вы всегда подводили меня с самого детства. И дальше будете подводить. В этом нет никаких сомнений. Очень вкусно. У вас золотые руки. Спасибо, мамочка. Приятного аппетита. Может, добавить спасибо. Еще? Спасибо. Спасибо, хватит. Хватит. Папочка, вам понравилось блюдо? Понравилось. Все на высшем уровне. Не переживай. Еда получается отличной. Спасибо, папочка. Приятного аппетита. Вот мы все хорошо покушали. Теперь ты иди домой, доченька. Куда она пойдет? Куда же еще? В дом своего отца. Мы же это уже обсуждали, дорогой. Она теперь наша невестка. Будет заботиться о нас. В этом нет необходимости. Ты не напрягай себя. Дорогой. Иди и живи спокойно в доме своего отца. Папочка, не спешите, не делайте этого, я прошу вас. Я и так страдаю, мне сложно. Я пришла не для того, чтобы помочь вам, а чтобы помочь себе. Я не могу дома сидеть. Я хочу пожить здесь, вместе с вами, до тех пор, пока Алишер Океан не выйдет на свободу. Пожалуйста, не выгоняйте меня. Папочка, не прогоняйте. Я говорю это от чистого сердца. Если я буду жить здесь, заботиться о вас, я буду чувствовать себя счастливой. Прошу вас, папочка. Не волнуйтесь. Если он ничего не сказал, значит согласен.
теперь уберитесь. Пожалуйста. У тебя золотые ручки, милая. Твоя еда такая же вкусная, как ты. Тише, в доме люди. Ой, что с того? Ты же моя жена. Это не значит, что нужно говорить всякие вещи перед детьми. Твоя дочь уже взрослая, она не ребенок. Именно поэтому не стоит говорить. Ладно, хорошо. А где она? Почему не пришла на ужин? Сидит у себя в комнате. Я звала, у нее нет аппетита. Давайте договоримся. Моя дочь услышала ваши слова. Какие слова? Что вы ее не любите и хотите, чтобы она ушла из этого дома. Дорогая, я такого не говорил. Хватит, не говорите, слушайте. Хочу вам кое-что сказать. Этот дом остался мне от моего мужа. Вам это нравится или нет? У моей дочери больше прав на этот дом, чем у нас с вами. Понятно? Не думайте об этом больше. Если вы хотите помочь Гульноре, будьте добры и откройте ваше сердце. Не надо постоянно ее ругать и поучать. Я пришел сюда жить не ради этого. Ты сама меня попросила прийти. Не напоминай мне об этом, хорошо? Я не напоминаю вам. Это даже не приходило мне в голову. Но я не позволю вам унижать мою дочку. Понятно? Гульнора не уйдет из этого дома. Если кто-то должен уйти, то это... будем мы. У нас и так достаточно проблем. Не нужны такие разговоры. Слушаю. Вот, случилось то, что ты хотел. До сих пор ходите, да? Не понимаю. Говорили, что Алишер мешает. Его арестовали. Потом вы сказали, чтобы он не выходил. Вот, теперь в тюрьме Алишер. Чего ты теперь ждешь? Я тоже не сижу, сложа руки. Гульнор, я делаю все, что могу. Ты ничего не сможешь сделать. Гузаль сегодня переехала в дом Алишера. Я знаю, Гульнор, ты злишься. Пожалуйста, немного потерпи. Значит, вы в курсе, правильно? Да, я знаю. Можно я скажу кое-что? Вы бесполезная тряпка, понятно? Следи за своим языком, я не тряпка. Просто Гузаль сама не знает, что ей нужно. Это не важно. Вы не можете справиться с Гузаль. Если не можете, зачем тогда говорить громкие слова? Гульнора, можно я задам тебе вопрос? Твой муж был Алишер, но ты не смогла привлечь его к себе, верно? Потому что его сердце не было с тобой. У меня та же проблема с Гузаль. Твой муж попал в тюрьму, Гузаль, и ты не смогли получить то, что хотели. Но Алишер отнял у меня мою Гузаль. Я сам прекрасно знаю, как это больно. Я тоже прошла через это. Ну что ж, что бы ни случилось, все к лучшему. Алишера посадили. Теперь мы с тобой можем действовать спокойно. Значит, вы снова ждете от меня помощи, да? Что я могу сделать? Что сделаешь? Задумай интригу. Найди способ, чтобы родители Алишера выгнали ее из дома. Заходите. Проходите. Располагайтесь в этой комнате. Здесь я буду спать? Да. Что, не нравится? Нет, но разве это не комната Гульнары? Это не комната Гульнары. Это комната Алишер Джона. А теперь вы его жена. Значит, это ваша комната. Правильно? Спасибо вам, мамочка. Спасибо вам, что пришли к нам в трудные времена. Поддержали нас, доченька. Да это ничего же, мамочка. Я просто выполняю свой женский долг. Пусть в вашей жизни будет много благ.
Располагайте здесь ваши вещи. Вот в этом шкафу. После того, как Гульнор заберет свои вещи, вы сможете все сюда уложить, ладно? Хорошо. Хорошего вам отдыха. Чувствуйте себя как дома. Хорошо? Этот дом и так ваш, доченька. А, мамочка... Да, дочка, что-то нужно? Нет, я хотела спросить, может, вам что-то нужно? Что? Может быть, у вас есть для меня кое-что? Да нет, спасибо. Все в порядке, отдыхайте. Хорошо, спокойной ночи, мамочка. Ладно. Алишереке, наконец-то я стала вашей женой и пришла в этот дом. Эй, Хилоло! Почему ты так сидишь? Что случилось? Ничего, просто скучно. Почему тебе скучно? Не знаю, с утра до вечера дома стираю, готовлю, убираю. Нет больше дела, кроме как уборка. Я не была такой девушкой на драке. Да, ты права. Но не каждый может справиться с такими вещами. Что вы хотите сказать? Не справляюсь? Почему ты так думаешь? А что тогда? Твоя еда очень вкусная. Спасибо. Приятного аппетита. А теперь можно спокойно спать. Но, дорогие, нужно вам кое-что сказать. Да, хорошо, говори. Что случилось? Выгоните меня. Что? Я говорю, выгоните меня. Ты шутишь? Почему я должен тебя выгнать? Вы должны. Я должна вернуться домой. Ой, Хилола, что ты опять задумала? Это временно. Всего на месяц. На месяц? Ты понимаешь, о чем говоришь? Значит, я должен поругаться с тобой перед мамой и выгнать тебя домой? Правильно? Ты должна обидеться и уйти. Да, вы все правильно поняли. Ой, ты совсем с ума сошла. Ну, пожалуйста, у меня есть продуманный план. Измени свой план. Это невозможно. Это очень важно. Что? Ну, что вам стоит? Скажите «да». Что мне стоит? Да. Ты говоришь, что это ничего? Моя жена уходит на месяц. Это ничего? Но это временно. Пожалуйста. Нет, я не хочу этого. Мы можем встречаться днем. Да, как бездомные влюбленные гулять по улице, да? Осталось только это. Я говорю серьезно. Нужно так я сделать. Я тоже говорю серьезно. Мы этого не сделаем. Никогда, поняла? Ну, дракё. Хилола, пожалуйста, давай спать. Иначе мы действительно поссоримся. Что с тобой? Сегодня ты какой-то другой. Не можешь усидеться на месте. Я не могу стоять на месте, когда он там. Как я могу стоять на месте? Послушай, друг, не думай даже о ссорах и драках. Тебе не нужны лишние проблемы. У меня есть месть. Годы прошли, но месть осталась, понимаешь? Ладно. У тебя есть месть. И что ты собираешься сделать? Хочешь продлить свой срок? А какой срок? О чем ты говоришь? Если ты с ним поссоришься, твой срок продлят. Если очень хочешь, я знаю отличную возможность. Есть люди, которые могут это сделать. О чем ты говоришь? Заплатишь им, и они решат проблему. Какие люди? Мне не нужны такие люди. Я должен убить его своими руками, понимаешь? Своими руками. Ты в своем уме? Что ты несешь? Когда я стану его убийцей, вот только тогда мое сердце успокоится. Ты совсем рехнулся, парень.
Как ты, доченька? Да, хорошо, спасибо. А почему ты не вышла на ужин? Не было аппетита. Не надо так переживать, доченька. Ешь вовремя, тебе нужно набраться сил. У тебя ведь маленький ребенок. Гульнара, давай с тобой поговорим. О чем вы хотите говорить? Доченька, не надо быть такой замкнутой и грустной. Чувствуй себя как дома. Ведь мы тебя любим. Все. И это все, что вы хотели сказать? Послушайте меня. Я и так в своем доме. Это во-первых. Во-вторых, не нужно. Перестаньте показывать себя, какой вы добрый. Я знаю ваше истинное лицо. Что ты имеешь в виду? Какое у меня истинное лицо? Я не собираюсь портить себе настроение, обсуждая это с вами. С этого момента мне неинтересно, какой вы на самом деле. Просто скажу вам одну вещь. Не обижайте мою мать. Если ваша цель в браке с ней была совсем другой, то... Подожди, подожди. Что ты говоришь? Ты думаешь, что я женился на твоей матери по какой-то другой причине? Я не знаю этого. Я просто предупреждаю вас. Не предавайте ее. Моя мама уже достаточно пострадала. У нас нет ничего другого, что можно было бы посмотреть? Нет, я хочу именно это смотреть. Посмотри на то, что ты смотришь. Такая взрослая девушка. Почему я должна быть в этом виновата? Вы тоже смотрите. Я смотрю вынужден из-за тебя. Все равно смотрите. Мне нравится. Не порти мне настроение. Вы испортите всю романтику. Романтику, говоришь? Да. Для тебя это романтика? Да. Какой ужас. Неужели современные влюбленные сидят вместе и смотрят мультфильмы? Ну да. Неважно, что смотреть. Главное, что мы вместе, не так ли? Ну, обычно под романтикой понимается французская мелодрама. Ну, по крайней мере. Ну, вот это романтика. Мультфильм тоже может быть романтикой. Ну, в общем, твоя романтика мне не нравится. Романтика, которая заставляет мужчин смотреть неприятные вещи, ну, не пойдет. Нет, вы не понимаете. Суть нашей романтики не в том, чтобы смотреть красивый фильм вместе, а наоборот. Суть в том, что вы терпите и смотрите этот мультфильм до конца. Только ради меня. Вот это романтика. Что за мысли у тебя, Гузаль? Что, вы не сможете? Смогу. Когда это закончится? Еще 2 часа есть. Что? Да. О, боже мой. Я обиделась на вас. Что я этого не стою? Всего-то 2 часа. Гузаль, знай одно. Ты стоишь того, чтобы я смотрел в твои глаза не на 2 часа, а всю жизнь. Поймите, брат, пожалуйста, рабочий день закончился, уже все ушли. Хорошо, что мне делать? Я должен попасть внутрь. Мне нужно повеселиться сегодня, понимаешь? Пожалуйста, поймите, наш рабочий день закончился. Мне все равно, понимаешь? Я должен попасть внутрь. Меня никто не остановит. Ты пойми. Зови своего начальника. Мы... Я все равно зайду сейчас. Пожалуйста, поймите. Рабочее время закончилось, наше кафе закрыто. Ты что, меня не понимаешь, да? В чем дело? Все в порядке, я просто хочу зайти. Могу ли я войти? Нет, не можете. Я не понимаю слова «нет». Ты здесь начальница, да? Да, я начальница. Я должен войти. Приготовьте для меня стол. Я заплачу сколько хочешь. Проведу время и уйду, все. Или я устрою вам большие проблемы. Вам это нужно? Нет, вы не понимаете. Мы сегодня закрыты. Уже поздно. Приходите завтра. Завтра, говоришь, а? Нет. Эй, убери руки.
Что здесь происходит, а? Все в порядке? Я не понял. Эй, кто ты такой? А, ты охранник, да? Я с тобой разговариваю. Ты не понял? Эй, убирайся. Пойдем сюда. Убирайся. Дорогой. Вы что? Не спите еще? Сейчас лягу. Все в порядке? Лекарства приняли? Да, принял. Невестка дала, спасибо ей. Почему вы так поступили? Почему вы хотели выгнать ее? Я стыжусь, любимая. Мне неудобно перед невесткой. Потому что на самом деле я виноват. Несчастье Гузаль и Алишера. Мы должны были выдать Гузаль за Алишера. Бедная девушка. Столько страдала до сих пор. А еще Алишер не видел счастливых дней. И вот теперь, недавно они поженились, даже не спросив у нас разрешения. Да, эти беды произошли из-за меня, милая. Алишер оказался в тюрьме. Невестка снова сталкивается с проблемами. Почему это вы стыдитесь, дорогой? Алишер не рассказывал вам о Гузаль. Да, но я все равно чувствую себя неловко перед Гузаль. Если вы действительно чувствуете вину, то будьте к этой девушке добры. Она бедная пришла сюда, чтобы служить нам. Несмотря на то, что ее мужа здесь нет, а вы с ней так холодно обращаетесь. Не нужно этого делать, дорогой. Да, мама, слушаю. Гузаль, как ты? Хорошо, все нормально, мама. А вы как? Да, все хорошо. Почему ты не отвечаешь на звонки? Я была занята, мама. Как приехала, погрузилась в работу? Ой, мамочка, прекратите такие разговоры. Нет, я не в плохом смысле. Я подумала, может, работа накопилась? Да нет, никакой работы здесь особо нет. Я приготовила. Пообедала с папочкой и с мамочкой. Главное, что ты устроилась. Свёкор ничего не сказал? Это самое... Нет, ничего не говорил. Почему ты колеблешься? Если что-то произошло, скажи. Нет, мамочка, все хорошо. Меня хорошо приняли. Ладно, но ты уехала и дом опустел. Мы уже скучаем по тебе. Я тоже скучаю по вам, мама. Здесь как-то странно. Почему? Скучно, да? Нет, не скучно. А что? Когда Алишераки нет, то дом кажется пустым. Если тебе там не нравится, вернись обратно домой. Нет, мама. Я буду жить здесь. Буду заботиться о папочке и мамочке. Все в порядке, вы не переживайте. Ну хорошо, дочка. Если ты счастлива, это главное. Я счастлива, что могу им помочь, мама. Ладно, тогда отдыхай. Утром вставай вовремя. Заботься о свекре. Хорошо, мама, отдыхайте. Мы скучаем по тебе. Хорошо, я вас люблю, мама. А, девушка, подождите минуту. Мне нужно с вами поговорить. О чем вы хотите уже говорить? Уже поздно. Может, я вас сам отвезу? Нет, спасибо, не нужно. Не стесняйтесь, я же говорю, что отвезу. В такое время не ходите одна. Вы что, следите за мной? Нет, я за вами не слежу. Тогда зачем вы здесь стоите? А что, нельзя стоять на улице? Нельзя. Вы не поняли? Я не понял, почему мы ссоримся? Ну ладно, извините, мне нужно не идти. Не спешите, стойте. Подождите, вам не страшно быть одной? Если бы вы не шли за мной, я бы не боялась. Я вообще боюсь из-за вас и убегаю. Что я сделал? Просто сказал, что отвезу и все. Гульнара? Да? Ассаламу алейкум, мама.
Валейки Массалам, что ты делаешь? Ничего особенного. Куда ты несешь тарелку? Снова идешь в этот дом? Да, я собираюсь навестить папочку. Никуда не пойдешь. Мама, дядя не здоровится. Я приготовила завтрак для них. Отнесу и все. У них есть невестка, которая готовит завтрак. Ты никуда не пойдешь, дочка. Мама, пожалуйста, не делайте этого. Гульнора, не нервируй меня. Я не позволю тебе опускаться до этого, поняла? Что мне делать? Вы хотите, чтобы я просто так сдалась? Что ты имеешь в виду? Разве я должна мириться с тем, что Гузаль пришла и устроилась в их доме у Алишераке? Она пришла специально. Устроилась в том доме у Алишераке, а я... Что, я не могу сходить, даже если я живу рядом? Гульнора, хватит уже. Не делай глупостей. Дай посуду. Зачем? Дай мне, я сама пойду. Что вы собираетесь делать, мама? Ничего особенного. Зять попал в беду. Я схожу к ним, узнаю, как дела, сама проведаю. Дай сюда. Мама, может мне тоже пойти? Я говорю, сиди дома тихо и никуда не выходи. Ты поняла меня? Дай сюда. Не пойдешь. Зайди в дом. Как ты отдохнула? Хилола, что случилось? Что-то случилось? Скажи мне. Хилола! Уберите руки! Ой, что? Я говорю, не трогайте меня. Я не понял, что это значит. Я чем-то обидел тебя? Да, вы обидели меня. Не говорите мне ничего. Да перестань, не шути. Я не шучу. Я не ваша рабыня, чтобы выполнять все ваши приказы с утра до вечера. Я не чувствую себя человеком в этом доме. Откуда это еще взялось? По крайней мере, скажи, в чем я виновен? Когда я тебя обидел? Вы всегда обижаете. А я все терплю. Я пожертвовала всем ради вас. Карьерой, клиникой. Отец обещал мне открыть новую клинику. Обещал деньги. А я не взяла. Почему? Вы спрашивали? Все ради вас. Понимаете? Я не был против тебя. Все равно. Вы оставляете меня дома, сказав, что вам не нравится то, что я работаю. Теперь я понимаю, что ошибалась. Вы не стоите моей любви. Подумай о своих словах, не неси бред. Я говорю, что у меня на душе. Я не несу бред. Вот как? Что, я тебе не нужен? Да, не нужны. Вы не стоите моего внимания. Что такое? Все в порядке? А? Что случилось опять? Все хорошо? Вы что, ссоритесь с утра, невестка? Да-да, все хорошо. Нехорошо, мамочка. Мне все надоело. Я не пришла сюда быть вашей служанкой. Я вам не слуга. Найдите себе другую. Что ты говоришь моей маме? Не говори так с моей матерью. Я сама знаю, как говорить. Что, вам можно, а мне нельзя? Я уйду к себе домой. Сынок? Сынок, что такое? Что-то не так? Мама, подождите, сейчас. Что с ними происходит? Они как не могут успокоиться? Что им не хватает? Что им не хватает? Странная девочка. Послушай, Хилола, ты не перегибаешь палку? Нет, я так должна была поступить. Что? Если бы я так не поступила, мама бы не поверила. А вы сыграли хорошо, да, свою. Да о чем ты говоришь? Это все еще игра? Это не игра. Я же предупреждала о плане. Ты меня никак не предупреждала. Ты спросила меня, а я ответил тебе нет. Что это такое? Но мы только что поругались. Нет, мы не поругались, поняла? Ты никуда не уедешь. Я не поругалась, но вы поругались. Даже возле своей мамы чуть не ударили меня. Хилола, не зли меня. Ты что, совсем с ума сошла? Ну, Драки, ну, пожалуйста, скажите хорошо. Все будет хорошо. Я вас люблю, буду звонить. Хилола, я тебе сказал, что не согласен. Ну, пожалуйста, ну, Драки. Почему вы не понимаете? Только месяц. Днем будем встречаться. В любое время, когда вам захочется. Я возьму трубку и отвечу. Умоляю вас, пожалуйста.
Ты меня сведешь с ума! Какая ты вообще жена? Спасибо, дорогой. Я тоже вас люблю. Ну ладно, я пошла. Не дайте маме понять. Хилола? Ну хорошо. Да черт возьми! О, боже мой! Не дома, а психбольница какая-то! Ассаламу алейкум, как вы? Валейким ассалам, как вы? Будьте здоровы, как вы? Все хорошо? Добро пожаловать. Спасибо. Позвать мамочку? Не надо, я сама зайду. Да, вот как. Тогда милости просим, пожалуйста, проходите. Но ты удивительная. Ты оказалась такой змеюкой. Я вас не поняла. Смотри, как ты себя ведешь. Как ты вытягиваешься, как змейка. Или что, ты меня не узнала? Кажется, я вас где-то видела, но не могу вспомнить. Перестань. Хватит того, что ты насмехалась над Гульнорой. Теперь ты хочешь сделать из меня дурака? А, вы мать Гульнары, да? Боже мой. Мне жалко родителей Алишера. Они остались такой змеей, как ты, бедняжки. Я вообще ничего не понимаю. Если хотите войти, войдите. Если нет, я позову мамочку. Нахалка. Идиотка. Фархот? Фархот, сыночек. Ты не будешь завтракать? Иду, мама, сейчас. Ты куда так спешишь, нарядившись? В очень важное место, мама. А, за невестой? Да. Еду за вашей невесткой. Идя в таком виде, собираешься сразу заглянуть и в ЗАГС, да? Хотел бы, мама, чтобы была возможность. Будет. Еще наступят те дни. Надеюсь. Но пока что в этом костюме я могу вернуться в плохом виде, после каких-то драк и ссоры. Почему ты так говоришь? Почему ты будешь в плохом виде? Кто посмеет тебя ударить, сыночек? Ваша невестка? Вы же знаете, как она упряма. Она вообще не слушает меня. Послушает. Если ты в таком виде пойдешь, она будет в шоке. Да, вчера она пошла домой к Алишеру. Это верно? Ты туда поедешь? Не знаю. Посмотрим, мама. Возможно, я приглашу ее навстречу. Понятно. Ладно. Я пошел. Отдыхайте. Подожди, сыночек, не спеши. Ты не позавтракал? Нет, мама, я тороплюсь. Ладно, хорошего вам дня. Всего хорошего. Nafs o'zidan qocholmay qolgan jayron nomus manzili uzoq ko'nglida tuzoq mezbon mushtoq mehmon nomus tashlab ketilgan qadri to'kilgan bugun kechilgan ey imon nomus arzon nomus Sarsan mı namus, namussizlerge Yalgan mı namus, taşlep getirgen ey kadri tökülgen